Здравствуйте, я Максим Заварин, водитель пассажирского автобуса, город Тюмень, сопредседатель профсоюза движения. Хочу поздравить водителей ПТП-2 Тюмени, работающих на автобусах с газомоторным топливом, с тем, что теперь ура, нам оплачивают все текущие простои на ГНКС. Поздравляю. Я хочу сказать спасибо всем, кто не стал стоять в сторонке и наблюдать, а поддержал и при обращении к генеральному директору и к прокурору. Всем большое спасибо. Отдельно хочется выразить признательность водителям, работающим на автобусах с дизельным топливом, проявившим солидарность и подписавшим вышеуказанное обращение. А вот некоторые наши начальники не знают такого понятия, как солидарность, и кричат: «Зачем ты подписал за газовых? Ты же ведь на дизеле». Не дойдет до них никогда, наверное, что такое солидарность. Вот видите, уважаемые коллеги, наши действия, наши коллективные действия несут в себе положительный характер развития как и нас самих, так и предприятия в целом. Никого не уволили, как пищали некоторые. Поэтому я призываю всех присоединяться и действовать организованно и сплоченно. Работы очень много, но за нас ее никто не будет делать, как вы это уже сами прекрасно понимаете. Но что касаемо простоев на ГНКС, которые так и не были оплачены в 2020 году, здесь еще предстоит побороться. Необходимо понимать, что все улучшения должны фиксироваться локальным нормативным актом, то бишь коллективным договором. Но чтобы заключить работникам прогрессивный коллективный договор с работодателем, необходимо, чтобы такой проект поддержали более 50% работников. Поэтому вступайте в профсоюз движения и будем дальше бороться за улучшение условий труда, в том числе и за сокращение рабочего времени с увеличением заработной платы. Вы же знаете, работодатель ничего не боится так сильно, как организованных, сплоченных и решительных работников. Спасибо. И вся эта наша жизнь есть борьба.